сердце от чего-то встрепенулось, чуть не выпрыгнуло из груди, и она невольно оглянулась на мужчину лет так 30. Он сидел на лавке, улыбаясь, в Питере заношенном до дыр, ничего вокруг не замечая, черным хлебом голубей кормил. На войну шел и не вернулся, но она надеялась, ждала. Он же посмотрел и отвернулся, сделав вид, что вовсе не узнал. И обида стала вторым комом, ведь давно закончилась война. А солдат бродил вдали от дома, наплевав на то, что ждет семья. Ей хотелось просто повернуться, слова не сказав, в тиши уйти, скрыться навсегда, в себе замкнуться, боль свою с собою унести. Но увидела, к нему ласкаясь, лапами заляпав весь мундир, преданно хвостом виляя, властилась собака по воде.